Чтобы быстро получать клиентов, настройте рекламную кампанию, пополните баланс и включите показы баннера пользователям расширения Surferner. Мы транслируем рекламу прямо в их браузеры, на самом заметном рекламном месте топ-лайн вверху сайта. Реклама показывается на любом сайте, будь то Google, Яндекс, YouTube, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники или любом другом сайте, куда перейдет пользователь. Когда баннер появляется, он сразу обращает на себя внимание, и его просто невозможно не заметить. Реклама показывается пользователю только тогда, когда он совершает какие-либо действия в открытом браузере. Если пользователь свернет браузер, то время просмотра баннера остановится и продолжится только тогда, когда пользователь снова откроет браузер. Это говорит о том, что вы не потеряете ни секунды времени трансляции вашей рекламы. Также мы гарантируем, что вы получите только реальные просмотры. Наша система смарт-мониторинга исключает любые виды накрутки. А теперь мы перейдем к процессу добавления рекламы. Нажмите «Добавить рекламу». На первом шаге укажите ссылку на рекламируемый сайт или вставьте код баннера. Коды для вставки баннера обычно есть во всех партнерских программах в разделе «Рекламные материалы» или «Баннеры». На втором шаге просто нажмите «Продолжить». Если же у вас нет кода баннера, но есть изображение баннера или даже вовсе нет баннера, то укажите ссылку на рекламируемый сайт и нажмите «Продолжить». На втором шаге укажите тип баннера – текст или файл. Файл баннера может быть как статичным, недвижимым, так и анимированным, привлекающим больше внимания. Если у вас нет баннера, используйте текстовое объявление. В заголовке напишите то, что лучше привлечет внимание пользователя, а в подзаголовке напишите суть предложения, выгоды и призыв. Мы рекомендуем применять маркетинговую формулу AIDA. Баннер должен привлечь внимание, заинтересовать, зажечь желание у пользователя и дать призыв, чтобы он перешел на ваш сайт. Если вы хотите использовать изображение или анимационный баннер, выберите файл, нажмите кнопку «Загрузить файл», найдите на компьютере ваш баннер и добавьте его. Нажмите «Продолжить». На третьем шаге настройте стратегию показов баннера. Выберите максимальное количество показов баннера на одного пользователя. Как правило, для принятия решения зрителю достаточно увидеть информацию не более 5-7 раз. Здесь срабатывает эффект бренда. Когда человек видит, что этот баннер показывается часто, интерес с каждым просмотром непременно возрастает. Выберите частоту показов баннера одному пользователю. Чем чаще показ баннера, тем выше воздействие на одного пользователя. Мы рекомендуем показывать объявление одному и тому же зрителю не чаще, чем один раз в 30 минут. Если в первой настройке стоит один показ на уникального пользователя, то эта настройка не нужна, поэтому она скроется. Если количество показов баннера одному пользователю больше одного, то вы можете поставить эту галочку, и тогда баннер не будет показываться тем, кто уже перешел по нему на ваш сайт. Например, у вас в настройке 7 показов на одного пользователя, и при первом показе пользователь перешел на ваш сайт. Он ознакомится с вашим предложением и вряд ли уже перейдет туда снова, если, к примеру, станет вашим клиентом. В таком случае баннер ему больше показываться не будет, и тем самым оставшиеся показы система распределит на другого уникального пользователя, максимально полезную, используя ваш бюджет и охватывая еще больше уникальных пользователей. Если у вас будет один показ на пользователя, то эта настройка также не нужна. Выберите скорость показов баннера. Чем выше скорость, тем больше пользователей узнает о вашем предложении за единицу времени. Для примера, если вы выберете один показ в секунду, то ваш баннер будет показываться пользователям последовательно. Показал одному, через секунду следующему и так далее. Если выбрать без ограничений, то баннер будет показываться с максимально технически возможной скоростью и покажет ваши баннеры всем пользователям, которые в онлайне практически мгновенно. В выборе скорости показов нужно исходить из цели рекламной кампании. Например, если вы хотите получить клиентов за 10 минут, то ставим скорость показов без ограничений, чтобы всем пользователям, которые сейчас в онлайне, ваш баннер показался максимально быстро. Абсолютно любой рекламодатель хочет получить результат сразу. Дал рекламу, моментально получил результат. И технология Surferner действительно позволяет достигнуть результата очень быстро. Выберите длительность показа баннера. 15, 30 или 60 секунд. Чем выше длительность, тем выше воздействие на пользователя и больше шансов получить клиента. Практика и графики показывают, что длительность показа баннера прямо пропорциональна увеличению кликабельности баннера. Чем больше длительность, тем лучше результат. Таргетинг. Здесь можно настроить ограничение показов по стране, полу и возрасту зрителей. Нажимаем «Продолжить».
Система сообщает, что баннер успешно создан и сохранен. Поэтому, даже если вы закроете страницу, баннер у вас уже будет в разделе «Управление рекламой», и вы сможете пополнить бюджет баннера и включить ротацию в любое время. Для того, чтобы запустить показ рекламы, на следующем шаге пополните бюджет баннера. Средства будут списаны с вашего рекламного баланса. Здесь мы видим итоговую сумму за 1000 показов с выбранными настройками стратегии показов. Введите сумму, на которую хотите пополнить бюджет баннера. Сумма бюджета баннера также будет прямо пропорционально влиять на результат. Чем больше бюджет баннера, тем больше показов, тем больше вы получите клиентов. Справа вы увидите примерное количество показов баннера согласно выбранным настройкам. Для большей эффективности мы рекомендуем охватывать суточную аудиторию пользователей. Таким образом, вы сможете охватить за одни сутки более 25 тысяч уникальных пользователей. Чтобы посмотреть количество уникальных пользователей за сутки, прокрутите страницу вниз. Если вы еще не пополняли рекламный баланс, то вам нужно будет сначала его пополнить. Нажмите «Пополнить баланс», выберите удобный способ оплаты из любой категории, например, оплату с любой банковской карты. Выберите желаемую сумму пополнения баланса. В зависимости от выбранной суммы, вы можете получить бонус до 20% от суммы пополнения. Нажмите «Пополнить баланс». Счет создан, нажимаем «Оплатить». Далее следуйте подсказкам платежной системы. После пополнения баланса открываем страницу пополнения бюджета баннера и вводим сумму. Система сообщит, что на вашем балансе достаточно средств. Если вы хотите отложить запуск показов, установите дату и время начала ротации, и показ баннера начнется в заданное вами время. Если вы хотите завершить показ баннеров в определенное время, установите завершение ротации. Если вы хотите показывать баннер каждый день в определенный интервал времени, выберите интервал и поставьте галочку здесь. Если не требуется использовать отложенный запуск, нажмите «Запустить ротацию», и ваш баннер моментально начнет показываться всем пользователям расширения Surferner, и вы начнете получать клиентов. Затем, при необходимости, вы можете остановить ротацию, отредактировать любые настройки, даже заменить сам баннер, выбрав другой файл. Можете посмотреть статистику баннера здесь или здесь в режиме реального времени. Это позволяет увидеть эффективность баннера всего за несколько минут. Здесь можете отправить баннер в архив или скопировать, чтобы использовать такие же настройки, например, для АБ-тестов. Если у вас будут вопросы, обращайтесь в службу поддержки, и наши специалисты всегда будут рады вам помочь. Запустите свой первый баннер прямо сейчас и получите своих первых клиентов уже через 10 минут. Желаем высокой конверсии!